Макара сегодня незапланированная стрижка. Такой брутальный салон, но нам почему-то достался такой мастер. А, она именно детский. Я думала, мы какому-то мужичку попадем. Макар любит мужчин стричься. Вот стрижки какие детские. Я вот и нас привезла прям куда надо. Ну там наша длина ни по чему не подходит, походу. В общем, наверное, вы все поняли, что Макарушка себя подстриг. И мы ездили срочно исправлять это дело. Макар, посмотри на меня, какой ты смешной. Макар! Макар, ну покажись! Посмотрите, какой он бесчелочный. Почему она? Почему это девочка? Боже мой, ну какая же у него челочка. Это у нас... Испанская теперь челка у нас. Мы даже сегодня не пошли в школу, потому что это было невозможно смотреть, в чем он себя превратил. Вчера, короче, себя подстриг качественно, да, сынок? Что там хотел вырезать? Расскажи нам. Шайбу. Шайбу. Но вот представляете, у него сегодня... Сказала. Ева, стой. Ева, скажи нам, что у него сегодня? Какой важный день? Фотосессия для хоккея будет. Будет. И он себе перед ней решил выбрить шайбу и клюшку. На подставке. На подставке шайбу, представляете? Это нас просто добило. Короче, это вообще прикол. Из-за этого сегодня даже в школу не пошел. Ну, сейчас я вроде нам исправили, так русский, более-менее, русская, знаешь. Русская учительница подходила, говорю. Ага, Джейсона, вот так, мама. Вот так. А почему Макар не в школе, а я такая? Он борел мне волосы. Ага, она что сказала? Она такая, что, реально? А ты сейчас знаешь, что ты получишь из-за того, что ты без хвостика и без косичек? А его в басе только. Я знаю, что ты в басе сняла, но почему? Папа ругаться будет. Не ходи так, иди собери волосы. Мешает. Макар, пошли собираться. Камера! Пойдем мыться после этого своего какого. Парикмахерский, весь волосы. Заходи. Ну заходи уже. Посмотри в городок. Я достану. Так, приехали. Выпуску на работу привезли. А я хочу Макару поднять сиденье, чтобы он лег. Ты где? Пока. Как всегда, бегом от моей камеры. Красотка. Макару хочу поднять сиденье, потому что он уснул. Вернее, не поднять, а опустить. Вздрогнул так. Так. Все, Лярочка наша готова. Так ты пристегнешь. Макар, Ева, как всегда, везет сумку Макару. Макар только проснулся в машине. Макар, покажи новую прическу. Ужас, пошли. Мы идем фототься. Давай ручку. Сейчас оденем фототься. Сынок, ты готов? Ты что такой грустный? Сейчас куда поедешь, скажи? Макар. А? На педел остаться, сын, но у тебя же ручка болит. Нам сейчас переохлаждаться нельзя, мы сфотаемся и домой. Окей? А на педел приедем в следующий раз, не в свое время, еще один раз. Ага? Все, давай, пойдем. У Макарушки воспалился лимфоузел с подмышкой. Очень сильно после простуды, и, короче, болит рука, он ей даже двигать не может. Я его сегодня не хочу оставлять на подел. Мы просто сейчас пойдем сфотографируемся. И, в общем, поедем домой. Скорее всего, не домой, скорее всего, они сегодня поедут на игру, да? Поедешь на хоккей? Ой, грустный такой. Друганом. Все, готов? Не, можно какая-нибудь конька? Или нужно... Не знаю, как классно. Да, это просто клюшка и все. Пойдем попробуем. Хорошо, хорошо.
Give me a smile on this one, all right? There we go. Tilt your head back this way. All right, got it. Смотри на туда. Улыбайся. Thank you. Такой деловой. Все, все, раздеваемся, поехали. Пока. Так, мы только что заявились в хоккее. Макашка, не кричи. Мне надо быстро покормить Асю, потому что мы уезжаем на хоккей. Представляете, Лерка нам подарила билеты. Ей дали с работы, она выиграла там. А ей некогда идти. Видите, какой крутой. Ну-ка, покажи. С кепкой очень хорошо. Макар, покажись. Ой, какой крутой. Куда идешь? На хоккей. Кто играет? Я тебе покажу. Ага, Даллас играет. Я не знаю, как команда называется. Верхеки, я туда пошел. Девчонки уже все в курсе. Ася, что ты опять с пеленкой сделал за сранку? Пеленку вытаскивает. Короче, Ася закрытая будет сидеть, потому что ради своей же безопасности. Все. Кажется, готово. Все сделано. Никось, ты собранная? Да. Окей. Макар, ты что творишь там? Мне надо Мишеля брать. Нет, своего не надо. А Мишельку забрала к себе Лера, потому что мы приедем поздно. Понятно. Дала Старс. Угу. Окей. Все. Ну давай, выходим, Макарушка. Ты готов? Хорошо. Все, идем. Всем привет. Кстати, у Макара есть все подписки и на Hulu, и на ESPN, на хоккей. Но когда наши играют дома, короче, наоборот, когда наши играют на выезде, мы можем смотреть. А когда наши играют дома, нам не показывают. В общем, чтобы мы ходили на стадион. Вот мы сегодня идем. Сегодня никогда не ходили. Да. Ева. Ев. Макар упаковался, сказал, чтобы мою прическу, не дай бог, никто не увидел. Он, знаете, что сказал? Он сказал, как я пойду с таким лобом, мама? Почти лысый. Он сегодня вдруг обнаружил, что у него высокий лоб. Это так смешно было. Запаковался. А шарфик-то у тебя какой? Сына, ты что, за пантер болеешь? Да. Ну, вообще крутяк. О, какая ламба. Да, ламба, ага. Пошли, быстрее. Мы немного опоздали, но все еще 0-0. А у меня показали. Так что мы бежим. 0-0. А у тебя? У меня показали 1-2. 1-2? Можно уже домой, что ли, ехать, судя по твоему телефону? Все, все бегут, он опоздавший. Бегом, бегом. Зато очередь уже на входе не будет. Тоже есть свои плюсы в опоздании. Красота такая. Да мы не на самом верху, не боись. Мы сегодня с ветерком, с Макаром доехали. Да, Макар, тебе нравится? Держись крепко. Где девочки? Девочки там отстали, нас подобрали. Ой. Thank you. Have a good night. Пойдем. Опа, давай, девчонок, подождем. Thank you, you too. Мы здесь. Кто ты, мой маленький? Сейчас мы теперь девчонок дождемся. Это я тебя потянула за нее, да? За руку его взяла. Все-таки болит у него подмышка очень сильно. Завтра пойдем к врачу. Господи, меня раздуло все на этой штучке. Ну, у нас завтра витамин, это
Он говорит, у него завтра физкультура, и у него опять будет болеть рука. Руками работать. Ну, я тебя заберу пораньше, пойдем к врачу. Где девчонки, видишь их? Билеты у них, поэтому нам по-любому их ждать. Мы, наконец, здесь. Зашли. Макар отказывается снимать капюшон и кепку. Сказал, мою прическу никто не должен видеть. Вы меня не уговорите. Пока мы с ним ехали на гольф-каре, все подумали, что мы шведы. Я им объясняла, чтобы русские из Казахстана. Это было сложно сделать, но я объяснилась. Сканируем билеты сейчас. Все, come in. Пошли, заходим. Ой, клюшку возьмите, ему возьмите, дают клюшку. Ник, возьми Мишельки тоже. Сегодня у него это в батаря. Вау, хай, Джеймс. Так, дойдем. Девчонки, вы ехали, Макар тут стоит, к ним хочет. Покажи свою клюшку. Там что, вратарь написан, да? Ой, как красиво. Давай снимем кепку. Не хочет. Кто-то там кушать собрался. Смотри, там что-то они покупают вкусненькое. Я тоже кушать хочу. Такая голодная сегодня просто. Только завтрак у меня был. Это капец. Мама. Ты что боишься? Все окей, мы едем наверх. Там сзади нас еще, смотри, сколько людей. Вон девчонки уже впереди, смотри, бежим. Все, беги вперед. Догоняемся. Мое любимое место силы. Класс. Так, ну а мы идем наверх. Сегодня мы наверху. Возвращаемся к игре. Между тем наши продувают. 5-1. Эх. Что-то случилось с лотарем. Прибежал врач. Короче, что-то там творится, он встать не может. Вся команда вокруг встала так. Бедный, его так вывернуло, когда он шайбу ловил. Просто буквой «зю». Господи, как я надеюсь, что с ним все хорошо. В такие моменты всегда сомневаюсь, правильно ли мы выбрали спорт. Он настолько опасный. Ты переживаешь за вратаря? Нет. В смысле? А с ним все нормально. С ним все нормально? Вратарь правый.
такая тишина. Все ждут. Кто-то показывает его врач, но я не пойму, что. О, нет. Да, что-то... они не могут встать. Приехала вот скорая, видите? Это ужас. Это очень страшно. Представляю сейчас бедные его родственники, которые смотрят это все, родные. Это очень тяжело наблюдать. Блин, он даже встать не может. Это кошмар. Они его заберут? Да, они его заберут в больницу. А как они будут другие игры играть сами в вратарь? У них есть запасной вратарь, но это не главное. Главное, чтобы этот вратарь поправился. Сынок, нет ничего важнее жизни человека, понимаешь? Самое важное, чтобы он поправился и был жив и здоров, а остальное все ерунда. Понял? У нас нет ничего дороже жизни в этом мире. Ничего. Твоя жизнь самая ценная. Понял? Я не могу, я очень сентиментальна в такие моменты. Для меня это прям через себя все это пропускаю. Сколько голов отбил сегодня, молодец вообще. Это наш угу. Нет, он в этом одет. Да, новый вратарь приехал, а этого повезут лечить. Я надеюсь, все будет хорошо. Вот этот сплош, да, это было первый раз. А там вот меня. А, все равно не поиграли. Пока. Ты расстроился? А, посмотри на меня. Ну они же хорошо играли все равно. Нет. Макар сказал, фигня, не игра. Я пошел домой. Своеобразный у него, конечно, способ. У нас тут не очень удобно сегодня. Так, ты что потеряла? Понимаешь? Макар один убежал. Да, ты мне его телефон отдала. Пойдете меня подождете возле дамской комнаты? Тебе туда. Не, он туда вот вообще-то. Вон там. Постоять. Здесь будете стоять? Да, да. Мама, мы в магазин пойдем. Что там в магазине? Окей, давайте. Ты купишь. Так, мои где-то здесь должны быть. В сувенирах, как всегда. Что, мне замерзло? Чего ты тут ищешь? Медведь. А? Я не знаю, плед, либо вот такого мишку. Плед, либо мишку? Ну ничего себе, а кто тебе дал такой выбор? Ева, что ли, пообещала? Мама вроде ничего не обещала. Плед, говорит, думаю, или мишку. Деловой.
Да, все остальное, походу, уже есть. Нет? О, ну ничего себе, у тебя замашки барские. Ну, оно такое, видите. Ну, ты сгорел, что ли? Он дорогой, наверное, Макар. Нет. Ну да, я тебе хочешь такой на день рождения подарю? Во, вот это вообще крутой по качеству. Блин, смотрите. Тут еще это шлем такое? Вышитый, такой классный. А шлем тут нет. Слушай, такой красивый. Ой, я хочу цену посмотреть. $65, представляете? Вот такой классный. У него как у ковра такого качества. А вот этот вообще мягенький-мягенький. Вообще, блин, я тоже такой хочу. Давай вот этот. А есть книжка еще детский. Это детский, а этот с этой, шлем, смотри. Я хочу детский. Хочешь детский? А детский сколько стоит? А взрослый сколько стоит? 65 взрослый. Это татуха? 10. 35. 35? Ну, два раза меньше. Что это? Ну, классный плед. Я тебе куплю в следующий раз такой сынок. Капец, у меня голос. Шоу. Мама в этот раз слишком много своих курсов оплатила. Пойдем. Ника расстроена. Да елки-палки, вытащишь его отсюда или нет сегодня? О, теперь медведя у меня просит. У тебя такой есть. Макар, у тебя Стэнли есть такой. Зачем тебе этот медведь? Он, смотри, какой страшный. У него даже морда не медвежья. Да, мышиная. Мышиная. Уже... Все, обиделся пацан. Все, пошлите. Пошлите скорее. Там сейчас нашу машину не найдем. Все, все, не скулим, сыночек, не скулим. Ну все, любимый, давай ручку. Ну все, мое счастье. Ну да, что? Девчонки говорят, до последнего надеялись. Потому что уже все так хорошо. Они просто устали уже немножко сегодня. Ладно, сделаем им скидку. А в начале игры что? Нет, я имею в виду, не сегодня устали, а за Capitals же играли. Блин. Все, идем домой. Макар, все, по своему пледу. Сохнет. Выходим. Выходим, выходим. Уже время. Даже пледу. Поиграешь, уже смотрите много. Пойдем, надо домой там Леру надо отпускать. Она с Мишель сидит, ей завтра на работу. Мишель и Саси. И Саси, да. Саси гулять нужно. Ой, красавица какая, пантера у нас. Два красавца. А, да, еще два красавца по бокам. Вот один, и вон второй. Сидят девчонок, дразнит. Опс. Макар, Макар, сейчас потеряешься. Пойдем. Так и не снял ни разу, ни капюшон, ни кепку. Это Ника была. Все три раза. Все три раза? Все три раза, да. Я за тебя пацана ударила. Бедного. Ой, я за тебя пацана ударила. Можно мы на такси поедем? На такси поедем? Да. Ты слышишь? Он говорит, можно мы на такси поедем? Нет, тут про такси. А, который гольф-кар, что ли? Да. Да ты что, обалдел? Ау! Вот, за три раза. Чё? За три раза. А, нет! Сейчас он тебя быстро догонит до машины. Кто маленькая ха-ха? Я. Ты маленькая ха-ха. А, ну да, ты-то большой. Ой, какие пальмы у нас красивые, да, Никусь? Да. Да. Ой, девочка, тоже красивая сам.
Вот со спины вот засранка. Не дает вообще ее снимать. Ладно, полюбуемся на пальмы тогда. И вон там два близнеца здания красивых. Да, не говори. Какая погода на улице, классно. Да не переверну я, не переверну я. Она уже на стрёме бежать от меня. На улице такая погода классная, да, Ев? Вообще огонь. Если у меня завтра будет синий пока, значит, нет, хоть сзади поснимай. Что это такое? Ева, что-то не помогает, я развернусь. Как это ты меня заставишь вырезать? Никак ты меня не заставишь. Я на копирайт вам подам. На копирайт подашь? Нифига себе, лишь бы не засудила меня. Ты куда, Макар? Мы не там. Это было последнее, что ты... Макар, типа, машину нашу нашел. Где? Так мы же в другом месте ее оставляли. Да это как у нас просто, наша не там. Наша напротив двух деревьев. Пойдем покажу. Пойдем, пойдем. Это так смешно, конечно, мама ориентир запомнила. Тут все деревья по два. Вот смотрите, два, два, два. Я запомнила. Куда пошел? Да иди, твою мать. А, ох, отца нет тебе. Макар, иди сюда, бегом. А, говорит, правда не наша. Представляете, убежала уже куда? Папа, ты так не бегаешь, засранец. А, а, руку тебе кто бы подал, да? Скользишь мне тут по песку. О, такси, такси, поехали. Такси наверх пошло. Пошли, Макар. Макарушка, тут уже люди, ты аккуратнее, пожалуйста. Ты же можешь кого-нибудь задеть, что больно. Макар. Он уверяет меня, что он знает, где машина, и бежит засранец. Макар, аккуратно, сейчас подскользнешься на этих корнях, блин. Макар, прошу тебя, машины здесь. Короче, у меня уже язык болит. Вон там. Где? А, пошли. Вон я там иду машина. За тобой. Где? Давай. Покажи. Ага. А у меня плохое зрение. Плохое зрение? Мы что, так близко к выезду были? Столько шли, что ли? Я что-то не могу понять. А-86. Где это вообще? А, это еще А-72, так нам еще идти, идти. Ничего себе. Кашляю иду всю дорогу. Думаете, что я кашляю? В кармане брала Макару с собой арахис, и один орешек остался. Я его съела и так подавилась, что полчаса откашляться не могла. Еще и иду уже второй час, короче, до сих пор кашляю. Вообще труба. Ау! Ладно, что? Ну да, вот где-то тут. Я говорю, мы так уже сами выйдем скоро пешком до дома. Макар, стоять. Ты видишь, все заведены, все готовы поехать любую минуту. Вон она наша стоит, красотка. Не бежать, машина стоит на старте, поедет. Здесь очередь, видишь, уже выезд. Ой, товарищ. Все, нашли нашу машину. Ура. Не Куся, ты у меня гений. О, беги, она моргает тебе, беги. Залазь на сиденье. Все, девочка моя, мы идем. Блин, машина. Все, он уже проехал. Короче, кошмар. По стоянке с ребенком ходить, это ужасно. Особенно с нашим. Макар, садись. Макар, садись. О, Макар. Да, да, да. Садись давай. А что она сказала? Сейчас, садись. Если вы думаете, что мы после хоккея успокоились, поехали домой, это неправда. Мы отвезли домой всех. Оставили Нику, Макара. Освободили Лерчика. И приехали за напитками. Смотри, какой список для Санты прикольный. С этими. И разглядываем. Короче, приехали за... Здесь всегда акция на колу, спрайт и фанту. Она быстро поднимает сахар. И самые маленькие баночки у нас дома всегда есть. Вот. И когда сахар низкий, Макара, допустим, с Евой тяжело уговорить что-то съесть или выпить. Ну вот, нет желания. А это он пьет всегда.
Вот, поэтому у нас дома всегда есть эта вещь. И сейчас закончилась, и мы приехали взять именно в аптеку по акции. И, как всегда, зависли здесь на самых прикольных вещичках новогодних. Ева, покажи блокнотики. Еве нравится блокнот, и нет ее буквы, представляете? Такая красота. Велюровые блокноты просто вот нереальные. У нее как раз ее заканчивается. Можно сказать, по работе уже кончится, по учебе еще нет, да, вроде там половинка еще. А наши буквы... А мне вот этот цвет нравится, и бордовый. Покажи вдвоем. Такие новогодние прям классные. Смотрите, как классно. Розовый нежный, и вот бежевый тоже нежный. И кремовый, да, вообще. Короче. Да и голубой. Я, наверное, не могу найти. Ну, что это я такое? Купила. Нету буквы моей. Мне нужна буква. Вот. И, короче, всякие тут рассматриваем причиндалы. Что-то еще нам с тобой тут понравилось. Ну, стаканчики вот эти вот классные с трубочками. А здесь всякие инструментики. Представляете, multi-purpose pocket tool. Чего здесь только нет? Вот такие штуковины. Вот стресс-босс. Штука такая прикольная. Короче, Ева уже во всех отделах посмотрела. Блокноты на все буквы нет. О, вот это еще классная штука для очков. Очень удобная, между прочим. Ев, смотри. Nose glasses holder. А вот такими кнопками учат собак разговаривать с человеком. Я все хочу Саси попробовать, но пусть она немножко подрастет. Хотя бы пару месяцев еще. Yes or no, они нажимают лапами там. Им задаешь вопросы, но очень оригинально. В ТикТоке много таких видео, можете посмотреть, если интересно, прикольно. А вот смотрите, смотри, я пуляет с этими, как они называются, вкусняшками. Тритами, ага. Прикол. А это, смотри, очки. Смотришь в потолок, чтобы шея не болела, а читаешь книгу. Мне кажется, мне сразу затошнит. Йогурт, мне сразу затошнит. Представляете, какие очки прикольные. Так, что здесь? Электроники Finder. А, ну это ключи искать. Нажимаешь один, у тебя звенит брелок один. Нажимаешь два, звенит брелок два. Ну это мне надо, я вечно теряю. Но мне тогда такие брелки придется вообще ко всему приклеить. New English Dictionary, смотри. Это что значит? Это safe. Hidden Book Safe. О, прикольно. Это специально под словарь, короче, под книжку сделанный сейф с замком. Так стоит себе на полочке, вроде словарь, а на самом деле сейф. Вот такая есть в кабинет. Теннисная сетка портативная на любой стол. Можно даже на обеденный. Здесь еще Blackjack Table. Копилка вот такая вот с подсчетом есть. Хоккей, ой, этот футбол настольный и аэрохоккей настольный. Такие миленькие подарки. Это все уже из разряда новогодних подарков. Вот такая вот слот-машина. Смотрите, мини. Что же? Такие таблички. Ой, это что? Это просто лампочка. Это разные те, цвета. Которые бывают. В смысле, других нет букв? Это что такое за дискриминация букв? Интересно, а почему тогда именно эти буквы, а не другие? Может, именно странно. В этом магазине? Погоди сейчас. А ты посмотри, как у них называется. Ну, странно, как только эти буквы. Такой вот стаканчик очень милый. Нету других. Я сейчас пью кипяточек по утрам с собой, везде тазик целый таскаю. Так что мне теперь стаканчики актуальны. Указка, смотрите, какая. Прикольно. Чего только нет, чего только вы не увидишь. Ящик почтовый для писем Санте. Шапка с фонариком. Это пазл. Собирать, разбирать. Короче, очень много всего. Ну, мы приехали всего лишь за напитками. Погнали, дочь, домой. Ладно, едем домой, а то у нас там дети.